И сегодня в экономике однозначно хорошие и во всех смыслах узловые новости. В самом центре страны, в Тульской области, не просто новое предприятие и не просто проложенная к нему железнодорожная ветка. Движение поездов началось по линии, которая связала Московскую железную дорогу и индустриальный парк в особой экономической зоне «Узловая». Это новый способ доставки готовой продукции. Вот что на открытии ветки сказал тульский губернатор. Мы прекрасно понимаем, это необходимо для тех резидентов, которые здесь уже трудятся, которые открывают свои предприятия. И мы прекрасно понимаем, это еще один толчок, еще один импульс для привлечения новых инвесторов, для привлечения новых резидентов. Один из таких резидентов – первый в России завод производства колтюбинговых, гибких насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли. Предприятие сможет полностью покрыть спрос на отечественном рынке. Пока что 97% мирового изготовления таких труб сосредоточено в США. Совсем недавно на месте узловой было чистое поле, теперь ждут и китайских производителей внедорожников.